В районе, как и по всей России, прошли трехдневные выборы президента Российской Федерации. Это событие не оставило равнодушными жителей нашего района, и с самого утра люди активно приходили на избирательные участки, проявляя свою гражданскую позицию. Всего таких участков было 22. Непосредственно перед избирательными участками царила праздничная обстановка. Можно было услышать музыку, на фоне которой проходили национальные танцы. Исполнение музыкальных коллективов вызывало восторг и поднимало настроение у жителей. Отмечалось активное участие и интерес со стороны всех возрастных групп. Молодежь, взрослые и пожилые люди одинаково важно вкладывали свой голос в будущее страны. В целом, выборы в республике прошли в штатном режиме, без жалоб и происшествий, при рекордно высокой явке избирателей, которая составила 84,76%. За действующего президента Российской Федерации отдали свои голоса 90,18% жителей республики.